Пошли. Через бедро, через плечо. Лучше через плечо. Девочки через бедро, мальчики через плечо. Молодец, хорошо. Возьми вот так вот на пол. О, да, вот так. Еще раз, Руслан, подойдите ко мне. Шире, шире. Берешь захват, да? Раз, два, подвернулась. Оп, и подними, и опусти. Давай, сюда. Давай. Хорошо, Коренька, молодец. Вот низ, иди сюда ко мне. Вот это. Вот здесь центр работы, руку поставить. Не надо, что ты как этот самый. Вся руку. Берешь отсюда, он низ. Значит, надо тянуть по смерти, руки шире поставить. Отсюда. Раз, два, три, подвернись и поднять. Давай, 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 давай. Смотри, стоп, Андрюх. Ты левша, правша, кто ты? Правша, да? Более центре было правша. Если ты правша, вот бежит два. Вот бежит два, да? Что? Раз, движение, подвернись. Ну, вставай последовательно на мой СССР. Подвернись. А один раз подвернись уже побольше. Давай. Работаем. Работаем. Вправо-влево, по три, это шесть бросков.
и хватит. Потом другой бросок. Самый легкий через бедро сделайте по три раза. Девочки, вы что, еще все заднюю подножку делаете? Ну давайте быстрее, мои красавицы. Ну, по-взрослому. По-взрослому? Ну что, рожайте собрать. Давайте работайте. Вот. Хочешь, чтобы тебя не убили? Я не знаю, что не понимаешь, что это же не гимнастика. Зато будешь уметь делать хорошо. Но спеши. Вот так. Только, знаешь, я работал в санатории. Я был здоровый тренер, шел в санаторий. Там эти смотри. А мне сказали, а ты вот найди то, что ты будешь. И все, я нашел, мне позвонили, стал интересно. Как и ты. Как вам тебе не нравится? Вот это напиши. Парк остался. Ты глаза научись классно делать. Доски делать, показать. Давай. Это сколько там парк, да? Ну? Да, через. Сколько можно делать на этом потом? Уже делайте через бедро. Пошел, Николай. Да. Пошел. Три право, три лево. Все, да? Да. Все. Еще раз. Ручка снизу. Прижал, подправил. Поднимай, сбрасываешь. Два вправо, два влево. Хорошо. Руки выше. Что будешь делать? Скажи. Я сейчас плечо. Скажи ему, делай через плечо. Ты когда делаешь через плечо? Вот смотри, когда ты делаешь бросок через плечо, он не должен вот так встать. Он должен встать немножко все и чуть наклониться. Это нормально. Поэтому он говорит, чуть-чуть, делай через плечо. Опять. Уходишь очень далеко и не доворачиваешься. Давай. Не надо, смотри, девочки, нет. Не надо очень быстро делать, но надо делать побыстрее, а то у вас кто-то на плечо. Берешь, поставила ногу и бросай. Получится обе ноги, обе ноги. Смотри, сделала шаг и развернись, чтобы там чуть-чуть выше. Так, стоп. Ему тяжело тебе. Ты должен быть мудрым. Потом берешь. Так, и становишься сбоку. Нога. Вот сюда. Раз. Два. И между собой. Вот здесь вот нож. Давай. Может, тебя сейчас девочки мочить будут. Так. За шею. В сцене говорит, а кто делает? Ну как ты знаешь? В сцене говорит, опять пишешь. Бросок не падает. Вот кому дать бросок? Ей или тебе? Еще раз. Ты спешишь. Вот не закон. И поворачивайся. А потом только бросать. Еще. Давай, бери за шею. Поворачивай. Стоп. Еще. Еще. Подними ее. И сбой. О, видишь, умница. Еще один. Вот. Вот так стоишь, да? Ты к нему спину. Что вы стоите? Работаете, блин. Зацеп голени можешь делать? Шпагат нужно сначала, нет? Смотри, вот ты стоишь. Встал и отсюда бросаешь. То есть куда ты бросаешь? В ту сторону. Значит, это колено чуть-чуть. Раз, ты должен присесть, затянуть его себе на спину, затянуть. Когда он начинает падать, ты должен встать. Присесть, а так получается, ты стоишь и через голову тянешь. И падает. А мне вставай. Так, голову. Уже лучше. По три броска меняется. Справа, влево. Так, здесь раз, два. Стоп! Зацеп голени изнутри. Первое, что нужно сделать, еще раз, вы будущие тренера или, не знаю, придете домой, покажете шпагат.
Встали, махи ногами. Оп, пошли 15, правой 15, левой. Махи, махи, сначала махи делаем. Разогрень, а потом становимся. Пошли, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, делаем, 12, 13, 14, 15. Другой ногой пошли. Раз, два, три, четыре, пять. Дико лицом сюда. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Встали. Вы здесь и в шпагат. Смотрите. 5 секунд так, 5 секунд так, 5 секунд так. Пошли. Минуту работаем. То есть чуть-чуть так, 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 потом чуть шире, потом чуть шире, потом чуть шире. И так, и так, и так. Да, а то зима, побежали за микроавтобусом, раз сели в шпагат, и все. Да, и будете ходить, как будто у вас памперс. Да. Я один раз побежал 17 лет назад, больше не бегаю. Как сел на шпагат, хорошо сделал страховочку, а потом ходить не мог. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, а теперь встали. Ножки вместе, страховку назад сделали и сразу встали. Один раз. Раз. И встали. А теперь ножки, ножки чуть-чуть шире. Чуть шире. Сделали страховку. Назад. Так. Чуть-чуть отойди. Еще чуть шире. Пошли. Страховка. Рассказываю вам, для того, чтобы у вас ничего не болело. На себе испытано. Тоже не размялся, боролся, меняли после Нового года. Бросал. А потом меня зацепили. Я думаю, ладно, пусть бросит. Он зацепил. Упасть не мог, он держится, чтобы бросать. И здесь так хрясь, и пришлось доктора вызывать. Чуть-чуть позвонок, чуть-чуть сошел вверх. Значит, посмотрите, когда страховку делаете, вам зацеп, да? Почему я шпагат вам делаю? Для того, чтобы вы чувствовали хорошо. Вы не садитесь прямо, а садитесь на одну ногу. Забрали ногу, на эту садишься. Зацепили эту ногу, стараешься на эту сесть. Пошли. Еще шире страховка. На ножку. Еще шире страховка. Справа или налево. Еще раз. Когда садись, разворачивайся. И последний раз. Шире ноги. Как можно шире? И садись. Оп. Молодцы. Так. Андрюха сюда. Еще раз. Какой заклад? Ножки чуть шире. Пошире. Видите, когда ноги широко? Широко. Тогда делаем бросок назад. Смотрите, что я делаю. Я делаю шаг. Раз, два. Как через спину в колен, да? Делаю движение. Раз, два. Потом хоп. Зацепил. Вот он упал. Не надо жестко цеплять. Поднимать. Извиняюсь немножко. Да? Еще раз. Раз. Посмотрите. Не поднимаю ногу. Просто вот раз. Движение. И все. Не надо силу. Применять. Еще раз. Еще раз. Посмотрите. Вам не тяжело? Встаньте сразу боком. Просто подойдите. Да? Подойти, а еще есть такой крестный шаг, вот сюда. Раз, хоп, чуть-чуть. Упадет. Пошли. Так. Иди ко мне. А, нет. Ты делаешь ей. А ты ко мне, я тебе делаю. Пошли. Чуть ножки шире. Так, я делаю. Раз, хоп, два. И Руслана, сюда, иди. Ручки сейчас я сделаю ножки шире. И раз, и оп. Молодец. Вот, умница. Так. Двигай сюда. Двигай сюда. Руслана, ко мне. Еще раз. И хочешь вперед бросить, посмотри. Да, делаешь движение так, и отсюда чуть движение. Нет?
Посмотрите, видишь, нога уже стоит. Вот я подошел, раз, вперед, чуть-чуть подбил его. Держи с одной рукой за меня, может, шире. Оттуда, раз, оп. Нет, фигу. Иди сюда, делаешь ей, иди сюда. Вот так. Вот так. Вот здесь, где я стою. Делаем. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Теперь раз и остановись. Вот эта нога, смотри, что делает. Эта нога, раз. Еще. Сюда, и зацепь. Еще раз. Сюда, и зацепь. Еще раз. Сюда, и зацепь. Еще раз. Сюда, и зацепь. Хорошо, Руслан, сюда. Идешь сюда, Руслан, остановись сюда. Остановись, пожалуйста. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Нет, другую ногу. Изнутри. Изнутри наружу. Сделай еще пять раз. Хорошо. Вы делаете спину с колен? Вы делаете, да? Хорошо. Значит так, стоп, мате, мате, сделали страховку назад три раза. Раз, два, три. Теперь делаем страховку без рук. Без рук, три раза. Посыпаем. Уно, двое, три. Хорошо, сели на колени. Пальчики размяли. Хорошо, падаем вперед три раза. Посыпаем. Двое. Три. Высокий партер. Три раза вправо, три раза влево. Смотрите аккуратно. Другой сильно не бей. Поджимай. Уно. Двое. Двое. Три. Три. Бей. Хорошо. Так, встали. Раз, два, три. Значит так, сейчас Ливию здесь, Руслана иди сюда. Она нападает, ты защищаешь. То есть даешь, просто ходишь, немножечко взял захват, там, да, показал там чуть-чуть бедро, там чуть-чуть сзади. Ты нападаешь. Он тебе может бросить, но будет аккуратно. Так, Андрюха с Викой. Так. Иди сюда. Ты идешь сюда. Ты с ним аккуратно борешься. Он бросает все, что больше делает. Иди ко мне. Вы работаете. Ты со мной борешься. Все. Значит, еще раз. Эй. Да? Они делают, что хотят, а вы дайте захват, чуть-чуть походите. Потом я убираю. И получается, здесь стоит, да? Нападает Вика, Руслана, Вика, Руслана, Вика, Руслана. Если кто-то из них троих устал, больше. Значит, другого станет. Здесь Ливия будет стоять, будет нападать Николай Андрей, Николай Андрей, Николай Андрей. Когда он умрет, что я боюсь, что не будет. И тогда вы поборетесь. Начина. Боремся, боремся, да, боремся. Борьба за дом. Борис, Борис, Борис. Борис, ты отдай ей захват. Пусть возьмете бой. Нет! Ты не давай бросай. Это вот, смотри, сейчас. Иди захват. Бери захват. Бросай. Бросай. Ну, давай бросай, что ты стоишь. Раз, чуть-чуть стоишь. Вот. Молодец. Оп, где-то я сам. Оп, чко. Главное, что мы тебе это. Пошли. А ну. Пачины. Вот так, молодец, да, давай. Мочи, мочи, пацана. Давай, да, бросай. Я дышку. Вот так. Андрюха, долго не держи, ногу там. Высоко ты стреляешь чуть-чуть. Молодец, Вика. А, это ты подскользнула. Миша, ты не бросай, старайся наше бросал.